Ladies, это известный молдавский промоушен. Да, они по сей день делают яркие события в Кишиневе. И не только там, да, потому что они выезжают в Латвию, в Литву, в Эстонию. По-моему, в Румынии тоже были они. Ну да, потому что они дружат, по-моему, с турниром Суперкомбат. Комбат, который, по-моему, закрылся. Печально, если так. Я знаю, вот часто комментирую. Красный угол приглашается боец из России. Встречайте Саха Вагапа. Ну и вот Саха Вагапа. Россия, Чеченская Республика, клуб Ахмат. Его рекорд. Два поединка. И в двух этих боях он одержал победу. 82 килограмма весовой дивизион. Клуб Ахмат. Чечня, Россия, мастер спорта по кикбоксингу, лидер Кубка мира, чемпион Чеченской Республики, бронзовый призер чемпионата России 2016 года, чемпион СПФО 2017 года, был частью команды чеченского спецназа, ставшего лучшим в мире на королевском турнире в Иордании, совмещает работу инструктора в Международном учебном центре сил специального назначения в Губернесе и профкарьеру кикбоксера. Мы знаем, что буквально недавно, там, по-моему, год назад, Международный учебный центр сил специального назначения в Гудермесе был открыт. Это действительно уникальный, поистине эксклюзивный центр, который не имеет аналогов в мире. Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 23 года, рост 180 сантиметров, вес 81 килограмм ровно. Профессиональный рекорд 7 боев, 6 побед, включая 2 победы нокаутом и только одно поражение. Представляющий бойцовский клуб «Лео Молдова» Константин Русу. Его соперник в красном углу ринга. Бойцу 27 лет, рост 185 сантиметров, вес 80,85 килограмма. Его профессиональный рекорд 2 боя, 2 победы. И он представляет клуб «Кикбоксинг Ахмат» Россия. Встречайте Сада Вагапа. Рефери поединка Надир Нарунтинов. Но есть здесь уточнение. Сахабу Вагапову Александр Загоский озвучил 27 лет. Но есть информация у нас, что бойцу 29 лет. Причем мы знаем, что он, по сути, профессионал в другом деле. Это спецподразделение, был чемпионом мира в Иордании. И естественно, служит он в рядах спецподразделения. Ну и, конечно же, защищает интересы нашей страны. Но прежде всего, деятельность ключевая для Сахаба. А уже во вторую очередь он любит кикбокс невероятно и, конечно, часто использует те или иные паузы в своей основной карьере и выступает по кикбоксу. Кстати, на России по кикбоксу в этом году в Грозном тоже выступал. Он, конечно же, там не заполучил победы, но при этом получил опыт поединков. Здесь он при этом принимает на себя очень жесткие удары сейчас. Да, пропустил удар по печени с левой ноги от Константина Русу, Сахаб Вагапов. Оу! Справа пропускает тяжелый удар. Сейчас, по-моему, мне показалось, это был очень точный и жесткий удар в область виска. Константин Русу сейчас попал. Почему? Потому что было до этого несколько пропущенных ударов и чуть сотрясся в этот момент Сахаб Вагапов. Да, ну и так еще немножко потянуло, потерял равновесие Сахаб Вагапов, и Константин Русу придал ему дополнительное ускорение своим ударом. Ну и мы видим, что молдавский атлет прессингует, владеет инициативой и так отступает пока Сахаб Вагапов. Не просто ему приходится. Раскачивает, раскачивает молдавский боец. С левой ноги действует Сахаб навстречу, повторно пытался то же самое сделать. И, конечно, Сахаб постоянно даже сейчас явно смотрел на свой угол, обращаясь взглядом к своему секунданту и тренеру. Излечит сейчас действовал Сахаб. На выходе из клинча пытался пробивать наступление. Продолжает молдавский боец владеть территориальным преимуществом. Конечно, в начале раунда кто-то даже моргает чуть. Сахаб Вагапов на тему навыков. Да, очень некомфортно. Да, пропустил по печени тяжелый удар. Да. И до этого, потому что были удары тяжелые, перенесли на голову, он скрыл. И, по-моему, это все. Да, и в последующем удар запустил с ноги. Очень тяжело поднимается Сахаб Вагапов.
да, остановка поединка, пробит живот, пробита печень, правнижнее подреберье.